Всем привет, дорогие друзья, с вами мастерская Мастерок, очередная распаковка. Сегодня вот в таком месте у нас будет распаковка, потому что посылка достаточно большая. Посылка, на удивление, пришла супер быстро, я вообще не ожидал. Естественно, ссылочка в описании на это, на все дело. И давайте с вами заценим, что же тут у нас. Вот такая вот брошюрина. Просьба поставить 5 звезд. Все дела. Вот можете, в принципе, нажать на паузу и прочитать. А тут у нас... Так, что-то это... Какая-то фигня. Непонятно, не знаю, что это. Если вы знаете, что это, то напишите. Тут... Ну давай, фокус, приди. Вот. Какая-то непонятная фигня на веревке. И тут у нас вот такие вот прикольные штаны. С такой вот эмблемой. Попа фиолетовая. Хотя должны были быть темно-красные. Но это больше фиолетовый какой-то цвет. Тут вот такая вот лейба, на ощупь краска, которая после пары стирок сотрется. Я уже покупал себе и футболки, и штаны вот с такими вот конкретно красками, но цена на эти штаники хорошая, поэтому вот так. В общем, ребят, я еще отпишусь в описании, как насчет размера, подошло и не подошло. Ну и дам вам знать, так что смотрите описание, потому что видео выйдет у нас конец апреля, начало мая. Всем спасибо, всем пока!